Привет. Это из киношколы. Ну что? Меня приняли. Меня приняли. Вот видишь, ты же так этого хотел. Здорово, мама. Мы почти закончили. Идиотка. Яник, извини, я все просыпала. Ничего страшного, это просто видеокассеты. Не можешь удержать даже коробку, пускай она и собирает. У нас еще полно других коробок. Я горжусь тобой. Ты же знаешь, как я это люблю. Она опять выпила? Не обращай внимания, Ян. Ты сделал все, чтобы ей помочь. Время подумать и о себе. Ты приедешь на следующей неделе? Заметано. Я люблю тебя. Спасибо. Надеюсь, что мне не придется таскать все это назад через 3 месяца. Нет, это курс на 2 года. А, ну да, конечно. Счастливого пути. Пока. Проект режиссирования, занятие 1. Мой район. Я поймала. Я покажу тебе, как надо играть. Нет, я сама могу. Льюис Кэрролл, Алиса в стране чудес. Привет. Эй, ты что делаешь? Я к тебе обращаюсь. Эй, отдай. Да пошел ты. Держи. Спасибо. Угощайся. Вы очень любезны. В этом нет ничего особенного. Спасибо большое, спасибо. Да хранит вас Господь. Спасибо. Альянса Вива Фильм представляет. Производство компании Cirrus Communications. Дом на улице Вязов. В ролях Марк Андре Грандан, Норман Дамур, Соня Вашон,
Милен Сен-Савер. Элот Ла-Ривьер. Ну, давай же. Мсье. Да? Я упал с велосипеда, и у него соскочила цепь. С вами все в порядке? Ну, в общем-то, да. Тренируетесь для участия в Тур де Франс? Это ваше такси? Да, но у меня сегодня выходной. Можно я позвоню от вас, чтобы вызвать такси? Прошу вас, я сам вызову. Подожди здесь. Спасибо. Спасибо. О, черт. Месье? Месье? Эй! Месье? Привет, Берни. Это Болье. Как дела? Нет, я закончил полчаса назад. Да, но у меня есть другие дела. Помогите! Помогите! Да это не я попал в аварию, придурок. Помогите! Помогите. Твою мать. Ты слишком любопытен. Я ничего не видел, так что не беспокойтесь. За что? Я ничего не сделал. Я ничего не сделал. Открой! Выпусти меня отсюда! Черт! Выходи.
Не делай глупостей. Эй, открой! Открой дверь. Он все видел. Помогите! На помощь! Вызовите полицию! Эй! Все под контролем. Вызовите полицию. Тебе не нужно было ехать по этой улице. Мишель, что ты делаешь? Это не твое дело. Иди вниз. Ты уверен, что я ничего не могу сделать? Я буду вежлив с ним. Извините, мою дочь. Отпустите меня, пожалуйста. Не могу. Ты пойдешь в полицию? Нет. Клянусь, я буду молчать. Я не могу так рисковать. Представь себя на моем месте. А ты голоден? Вот. Кастрюля. Давай, иди. Ты попробуешь лучшие спагетти в городе. Она готовит потрясающий соус. Прекрати. Прекрати, я тебе говорю. Жак, не надо. Жак, не делай этого, прекрати. Жак, только не при детях, ты же мне обещал, Жак. Жак. Жак, прекрати. Хорошо. Все в порядке. Подумай о своем поведении. Твою мать! Он вернул ей сэндвич и угостил ее конфетами. Просто так. Какой галантный. Сейчас мало таких людей. Он хороший, Жак, я уверена. Я знаю, что он не сделал ничего дурного. Обычно, когда я возвращаюсь, все уже улажено. Я не думаю, что здесь кто-то. Я же тебе сказал, что я все улажу. Я сказал. Возьми салфетку. Не страшно, оно уже не горячее. Все в порядке. Ты? Какие новости о твоем проекте? Препод сказал, что мой сценарий лучший. По-другому и не могло быть. Конечно, ты мне подбросил идею. Но написала его. Ты?
заткнись ты, наконец. Мишель, что ты делаешь? Я же тебе сказал не заходить к нему. Я не могу заснуть. Тогда выключи эту ужасную музыку. Ты оператор-любитель? Как и моя дочь. Она сняла фильм в колледже для... не помню название. Вы, молодые, любите всякие аудиовизуальные эффекты. Если хочешь, то можешь позавтракать с нами. Ну что ж... Тогда пока. Я чувствую, Господи, что новые испытания ждут меня. Мне казалось, что я уже достаточно страдала. Но тебе, конечно, лучше знать. Пошли мне свое благословение. Аминь. Мадам, вас ведь зовут Мод? Пожалуйста, выпустите меня отсюда. Мод. Мод. Не волнуйтесь. Жак скоро что-нибудь придумает. Ваш муж сумасшедший. Вы даже себе не представляете. Жак мой муж. Я ему верю и слушаюсь его. Так, как велит мне Господь. Мод. 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 Помогите мне, Мод. 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 Если вы найдете эту кассету, помогите мне. В данный момент я заперт в доме, потому что я видел. Я видел. Меня зовут Яник Бирюбе. Я узник одной сумасшедшей семейки. Они очень опасны. Их фамилия Болье. Их четверо. Отец, мать, девушка, подросток, Мишель. И маленькая девочка. Позвоните в полицию. Помогите мне. Я прошу вас. Помогите мне. Мне нужно в туалет.
Иди. У тебя все хорошо? Да. Садись рядом с Мишель. Он что, будет есть с нами? Ну, ему же надо есть. Мы почти закончили нашу партию. Ты сделала ход? Да. И это твой ход? А что? Потеря фигуры. А я вот так. Мат через три хода. Что ж, поздравляю. И это все? Ты никогда не проигрываешь, поэтому я привыкла проигрывать. Я не это имею в виду. Это нормально, что ты проиграла. Важно понять, почему. Чтобы однажды выиграть у меня. Ты поняла мою стратегию? Ты поняла, почему моя армия выиграла? Да, да. Как-то ты не очень уверена. Все готово. Папа, с тобой все в порядке? Ты, придурок, думал, что все так просто? Мишель, прекрати. Никакой неоправданной агрессии. Я тебе это говорил 100 раз. Да, но... Никаких «но». Тебе нужно было его убить, папа, как других. Это было бы проще. Помогите! Ублюдок. Иди в свою комнату, и никакого телевизора сегодня. Подожди, не двигайся. Ты в порядке? Все будет хорошо. Мишель. Мишель. Извини, что я тебя ударила. Я не должна была этого делать. Это несправедливо. Она хорошая девочка. Сколько их было? Я слышал ее слова. Скольких ты уже убил? Только те, кто этого действительно заслуживал. Сколько их было? Это не важно. Важно то, что я справедливый. А убил я несправедливых людей.
Например, тот, которого ты видел. Он продавал наркотики подросткам, представляешь? Вы сошли с ума. Это ты так думаешь. Все думают, что я сумасшедший. А что ты знаешь обо мне? О моих мыслях? Что ты в этом понимаешь? Пошел ты! Нас никто не видел. Я знаю. Я не об этом думаю. Если ты думаешь, что я должен был его убить, ты ничего не поняла из того, чему я тебя учил. Мне что, начать все сначала? Нет. Я ошиблась, я об этом и не думала. Почему же ты его тогда избила? Я была вне себя. Я ошиблась. Обещаю, больше этого не повторится. Иди в шахматный клуб, я сама тут все уберу. Добрый вечер, Жак. Какой приятный вечер. Да, отличный, мадам Годро. Ну, пойдем. Курс режиссирования, задание первое. Мой новый район, часть вторая. Комната с облупившейся краской. С заколоченным окном. Это что за черт? Интересно. Настоящий триллер. Отличная камера. Все, что нам дают в колледже, просто ужасно. Ты снимаешь тупые фильмы и читаешь детские книжки. Это очень интересно. Да. Ты разве не понимаешь, что твой отец сумасшедший? Отец не сумасшедший. Он человек с высокими моральными принципами.
Ваша сдача. Спасибо. Идем. Идем. Я принесу воды. Иди сюда, угощайся. Ну же. Я бы хотел, чтобы у меня был сын. У меня был сын. После Мишели переданный. Но он умер во время родов. Попробуйте снова. Роды Анны были очень сложными. Я больше не смогу иметь детей. Жак меня пока еще не простил. Пойдем, дорогая. Но он не имеет права так себя с вами вести. Вы этого не заслуживаете. Вы заслуживаете лучшей жизни. И Анна тоже. Все, пойдем, дорогая. Мал. Вы не знаете всего того, что он сделал для меня. Вы не можете его осуждать. Дай ему шанс. Я же тебе говорила. Фразно. Вот поэтому я и не разрешаю тебе сдавать на права. Я буду вести себя по-другому. И об исчезновении Яника Абирюбе, которого никто не видел уже целую неделю. Оставайтесь с нами. Всегда ли зеркало показывает отличную фигуру? Ты не голодна? Жак, тебе не кажется, что нам надо поговорить? О чем? Ты мне больше не веришь? Конечно, верю.
Я жив. Я жив. Отрубить ей голову. Выпустите меня. Вы не имеете права. Вы не имеете права. Выпустите меня. Хочешь, чтобы я тебе и вторую ногу сломала? Болье. Мишель. Что ты тут делаешь? Ничего. Ты что, не видишь? Она хотела меня убить. Нет. Я думаю, она просто хотела тебя напугать. У нее такие же принципы, как и у меня. Да пошел ты со своими принципами. Это крысиный яд. Говорят, в доме завелись мыши. Ты видел хоть одну? Что вы будете делать со мной? Алло. Здравствуй, Мот. Не жди нас, Мишель, к ужину. Хорошо. Но почему? Я хочу проверить, готова ли Мишель стать моей последовательницей. Как уже? У меня еще есть некоторые сомнения. Но... Моя миссия в шахматы и справедливость. Она к этому не готова. Я не хочу об этом даже слышать. Ты нервничаешь? Нет. Я должен быть уверен, что она все правильно поняла. Закрой дверь в гараж. Хорошо. Пока. Пока. Сколько мы еще будем здесь торчать? Чего мы ждем? Папа, что ты делаешь? Кто это? Почему ты его бьешь? А теперь дело за тобой. Прямо сейчас? Да, прямо сейчас. Но ты же говорил, что мне надо сначала закончить мой проект. Ты его почти закончила. Почему ты не хочешь, чтобы он полностью закончился? Ты приступишь прямо сейчас. Я должен тебя проверить.
Жан Гирюэль, твои сексуальные похождения отвратительны. Твои поступки неверны. И поэтому ты должен умереть. Да свершится великое правосудие. Ты спятил, придурок! Всего один удар, Мишель. Прямо в сердце. Давай, пока он не очнулся. Мишель. Нет, я не могу. Как это? Я его совсем не знаю. Это не важно. Это педофил. Неправильно. Не в этом дело. Твою мать! Не прикасайся к моему отцу! Не прикасайся! Мишель, прекрати! Мишель! Никакой неоправданной агрессии. Простое убийство без причинения боли. Ты так ничего и не поняла. Я думала, что у меня получится. Но твоя теория, она меня доводит. Как я мог так ошибаться? Ты никогда не будешь готова. Никогда. Папа, но я все-таки твоя дочь. Наверное, это ваше. Приметьте его. Нет, но... Приметьте? Нет. Ну, давайте же. Присаживайтесь. Присаживайтесь, не бойтесь. Что вы делаете? На вас это лучше смотрится. Уверяю вас, на экране это совсем по-другому выглядит. Как здорово, когда вы улыбаетесь. Если бы вы решились поменять свою жизнь, вы бы улыбались все время. Время пришло, Мот. Пришло. Осторожнее, дорогая. Что вы делаете? Вы не должны этого делать. Или... Или что? Возвращайтесь в комнату, месье Яник. Пожалуйста.
Остановитесь. Пожалуйста, остановитесь. Поверь мне, Мот. Поверь мне. Я прошу вас, остановитесь. Я не нуждаюсь в ваших советах. Я смотрела телевизор и не слышала, как он выбрался. Я забыла закрыть дверь, когда приносила ему еду. Он выглядел таким спокойным. Что такого сделал этот последний? Курил травку? Спер диск? Что ты сделаешь со мной, придурок? Что ты со мной сделаешь? Балья! Что ты со мной сделаешь? Балья! 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 Сколько он еще тут пробудет? Почему ты такая расстроенная? Все, что делает папа, это ведь справедливо, не так ли? Разве не так? Аллилуйя! Помощь! Ты не можешь убежать от маленькой девочки? Папа? Неудачник. Слышишь? Сыграй со мной в шахматы. Выиграй всего одну партию, и ты свободен. Я всегда играю белыми. Это армия справедливости. А у тебя черные. Неправильно. Это бред. Давай. Вперед. Давай.
У тебя есть выбор. Это битва, парень. Вечная борьба добра со злом. Я никогда не проигрывал. Я тебе не верю. Никогда. И знаешь почему? Потому что все, что я делаю, правильно. Потому что я справедливый. Просто ты сумасшедший. Тогда выиграй у меня. Всего одна победа. Это будет означать, что я не прав. А если я не прав, то я не могу тебя тут держать. Полный бред. Мат в три хода. Давай продолжай, ты сам увидишь. Один. Два. Шах. Три. Мат. Но... Ты не брал шахматы? Да. Парень с работы любит играть в шахматы. Он мне не поверил, когда я сказал, что был чемпионом. В любом случае, они тебе больше не нужны. Я не хочу, чтобы вы обсуждали эти дела за ужином. Теперь я буду играть с парнем. И попрошу нас не беспокоить. Понятно? Ох, черт. Пойдем, пойдем со мной. Сейчас мы все поможем. Давай, давай. Скап, ты на меня сердишься? Нет. Не переживай. Привет. Во сколько начало сеанса? Примерно через час, так что мы можем немного посидеть у тебя. Только не здесь. Не здесь? Пойдем. Ну ладно. Хорошо. Мат в четыре хода. Еще одно. Каждый силен в чем-то одном. Например, я в шахматах. А ты в чем силен? Вообще-то снимать фильмы, но сейчас ты меня тут запер. А кроме того, в чем ты был силен? Не знаю. Эй, парень, наверное, неприятно быть неудачником. Я не неудачник. В шахматах, да. Мат в четыре хода. Еще одно. Мат в три хода. Мат в два хода.
Мат в 5 ходов. Да. Думаю, что на сегодня достаточно. В любом случае, ты все еще мне не веришь. Чертов неудачник. Поиграем завтра. Матисс, мы уходим. Как вы себя чувствуете? Хорошо. Даже отлично. Извините меня за то, что случилось. Это... Но ты же никогда не проигрывал, даже в твоем клубе. Яник никогда у тебя не выиграет. Я знаю. Почему же ты с ним тогда играешь? Мот, я знаю, что я делаю. И не говори об этом, Мишель. Понятно? Неудачник. Идиот. Ходи вот так, забирай моего слона. А теперь я пойду конем. Придурок. Почему? Ты что, ничего не понимаешь, идиот? Ты не видел, как он играет? О чем ты? Никогда этому не бывать. Зачем ты сюда пришел? Зачем ты все это делаешь? Мишель, нет. Мишель. Я прошу тебя. Клянусь, ты за это заплатишь. Парень спросил, а у тебя есть ПМС? И она вылила на него кофе. Да, но теперь тебе надо отмывать твою машину. Думаешь, я ничего не замечаю? Ты что здесь делаешь? Я поняла твой план насчет Яника. Слушай, похоже, нам с дочерью надо кое-что обсудить. И помягче с отцом. Ты не оставила мне выбора. А чем же я буду заниматься? Не знаю. Как это ты не знаешь? Ты отказался от миссии, которую я тебе доверил. Но я все-таки твоя дочь. Только не здесь. Разберемся позже. Ты? А как твой фильм в колледже? Имеет успех? Расскажи мне. Хочешь снять настоящий фильм? Шах.
и мат в 5 ходов. Пойду отолью. Что ты здесь делаешь? Я же просил меня не беспокоить. Иди к маме. Давай, давай. Уходи. Анна? Анна, где ты, дорогая? Сволочь! Жак! Она отравила мой кофе. Что? Она подсыпала крысиный яд в мой кофе. Жак, прекрати. Ты все видел. Ты надеялся, что я это выпью. Знаешь что? Даже если бы пришлось вызывать скорую, даже если бы я умер, ты бы не освободился. Но ты никогда не выиграешь. Даже если я умру, и ты выйдешь отсюда, это не говорит о том, что я не прав. И по-прежнему никаких новостей о Янике Берюбе, который пропал таинственным образом 5 недель назад. Полиция продолжает поиски, и любая информация может оказаться полезной. Вот что сказали на пресс-конференции, которая прошла во Дворце правосудия. Сейчас станет легче. Попробуй сделать несколько шагов. Как новенькая. А ты беспокоился. Сыграй? Давай. Я знаю, что сегодня моя очередь, но мы не можем этого делать здесь. Это сложно, мы не можем, и все. Что случилось, Мэтт? Ты сама не своя? Нет, нет. Ты хочешь поговорить об этом? Мот? Мот? Мне пора. Извинись за меня перед Кюре. Региональный психиатрический институт. Успехи. Но тебе никогда меня не обогнать.
Жак! Что это? Ты мне обещал, что никогда ее туда не отправишь. Никогда. За ней нужен уход. Она пыталась меня отравить. Если ты ее туда отправишь, я уйду из дома. Да ты что? И куда же? Ты даже в магазине не в состоянии работать. Как ты будешь одна с больным ребенком? Ты не можешь ее туда отправить. Это несправедливо. Это ты ее такой родила. Да, но это ты виноват. Ты бил меня по животу, когда я была беременна. Я же говорил тебе нет. Жак, прекрати. И что ты будешь делать сейчас? Я ни на что не способен. Отпусти его. Мот. Мот. Будем к тебе часто приезжать, дорогая. Это всего в 10 минутах езды от дома. И потом. Смотри, сколько у тебя новых друзей. Я подпишу бумаги. Не волнуйся, дорогая. Ты здесь ненадолго. Мама тебе обещает. Шах. Почему я пошел ладьей? Мат в 5 ходов. У него все так просто. Ты никогда не выиграешь. Не трогай ладью. Ты должен прогуляться. Выпал первый снег. Сыграем прямо сейчас. Иди сюда. Давай. У меня нет времени. Надо ехать по магазину. Мат? Похоже, мне нужны новые ботинки. По мне так и эти еще ничего. Но ты же знаешь этих женщин. Мы тебе оставляем еду на случай, если мы не вернемся к ужину.
Есть кто-нибудь? Мишель? Твою мать! Откройте мне кто-нибудь, откройте мне! Знаешь, сколько лет я над этим работал? 15 лет. 15 лет. 15 лет я создавал самую идеальную, самую настоящую шахматную партию. Все эти 15 лет, когда я встречал ублюдка, вора, неправильного человека, я его убивал и делал его солдатом Черной армии. А вот и он, наш продавец наркотиков. Помнишь его? Ничтожество. Он достоин быть только пешкой. Пятнадцать лет. 15 лет я также искал и хороших, правильных, справедливых людей, чтобы составить мою белую армию. Я ходил на кладбище ночью, выкапывал их. Например, мадам Дажнель, социальный работник. Она посвятила свою жизнь бедным детям. И как Жоржак, мой сын, который умер при родах. Я хотел научить его всему.
чтобы продолжать мою миссию. Я бы никогда... никогда не нашел лучшего короля для моей белой армии. Чтобы закончить мою работу, мне не хватает только... одной фигуры. Белой королевы. Противостояние добра и зла. И вот, когда мое дело почти закончено, ты входишь в мою жизнь, и это было не случайно. Что ты имеешь в виду? Я думал, что Мишель переймет это, но она ничего не поняла. Ничего. Придурок. Чокнутый маньяк. Это не сработает. Не сработает. Даже если мы будем играть 5 лет. И я проиграю 10 тысяч партий. Это не сработает. Нет, никогда. Ты меня никогда не убедишь. Никогда. Я никогда не стану таким, как ты. Ты чертов псих. Болье. Вернись, твою мать. Вернись и развяжи меня. Я докажу тебе, что ты сумасшедший. Развяжи меня, придурок. Яник. Яник, ты должен это сделать. Выиграй. Ты прав. Покажи ему. Выиграй. Пойдем. Я хочу сыграть. Ничья. Что? Ничья. Мы можем играть до утра, и никто не выиграет. И что это значит? Сыграем еще раз? Нет, я устал. Боишься проиграть? Давай, признайся. Не начинай, парень. Давай. Ты что, не хочешь? Папа, отвечай.
Иди в комнату. Давай сыграем. Иди. Иди, я сказал. Нет. Отпусти. Нет. Дай ко мне, папа. Это не твое дело. Я больше не хочу тебя видеть. Иди наверх. Послушайте его, месье Ник, я умоляю вас. Поднимайся! Завтра. Завтра я выиграю, Балье. Я выиграю у тебя, черт побери. Вы все увидите, на что я способен. Увидите. Что ты надеялась? Что он вернется с полиции и меня арестует? Жак, это не я. Врешь. Признайся, что это ты. Признайся. Да, это я. Теперь ты доволен? Жаль только, что это не сработало. Прости меня. Насилие – это плохо. Жак, прекрати. Насилие – это плохо. Прекрати. Я начала искать квартиру. Я постараюсь поскорее уехать. Тогда я не буду тебе мешать. Делай, что хочешь. И я тоже буду делать то, что захочу. Это твоя жизнь, Мишель. Ты был прав, Жак.
прав во всем. Я тебе всем обязана. Господь послал Еника как испытание. И я не устояла. Но, к счастью, ты меня вразумил. Прости меня. Я никогда не буду противостоять тебе. Я все поняла. Все. Ты все в прошлом, любовь моя. А с Еником мы что-нибудь придумаем. Обещаю. Обещаю. Вытяните ноги. Что? У меня не было ключей. Так лучше. Я вызову такси. Жак заступает только через час, поэтому мы в безопасности. Алло? Пожалуйста, такси по адресу улица Вязов, 5150. Спасибо. Сначала мы поедем за Анной. А потом поедем в полицию. А потом вы будете моим свидетелем, как вы обещали. Я вам верю. Пойдемте. Благодаря вам полиция поймет, что в этом нет моей вины. Что я просто несчастная женщина, не очень красивая, которая поддается влиянию. Но вам я доверяю. Теперь меня ничто не остановит. Я буду с моим сокровищем. Анна будет так рада. Она такая... чувствительная. Вы это заметили? Я увидела, что она вам понравилась. Мне кажется, вы ей тоже понравились. Но она так одинока. Так же, как я. Пойдемте. С вами поехали, Ник? Что вы делаете? Что вы делаете? Я должен у него выиграть. Но почему не делаете этого? Я должен у него выиграть, Мот. И нет другого решения. Это несерьезно. Полиция же его арестует. Этого недостаточно. Это недостаточно. Он не прав, Мот. Нужно, чтобы он в этом убедился. Вы с ума сошли? Вы не можете так поступить. Подумайте обо мне. Вы же мне обещали. Но я выиграю у него. Перед вами, Мишель, перед всеми. Вам этого недостаточно? Но вы же не это мне обещали. Вы обещали меня освободить.
И если я выиграю, вы будете свободны. А если нет? Но я выиграю. Сегодня точно. Не покидайте меня, Ник. Одна я не смогу. Не покидайте меня. Не покидайте. Мот, это сработает. Сработает. Вы меня обманули. Как Бог. Вы все меня обманули. Сегодня все закончится. Допустим, я передвигаю пешку на А8. Так я защищаю своего коня. Нет, плохая идея. Плохая. Ладью на F4. Он переместит королеву на B4. Я перемещаю пешку, затем коня. Он попробует атаковать. Твою мать. Ужин еще не готов? Мат? 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 Нет. Нет. Сыграем. Это ты виноват. Это ты ее надоумил. Ты стал неправильным. Ты должен умереть. Нет, это ты виноват. Ты. Это ты меня здесь запер. Это ты неправильный. Это ты. Посмотрим. Посмотрим. Что ты делаешь, Балье? Куда ты? Сюда, дети. Заходим в комнату. Так. Карл? Ребята. Ребята.
Черт, у меня нет кассеты. Погоди, у меня есть. Мы сделаем копию и дадим преподу 3 дня на раздумье. Ты ее видел? Я закончил. У меня есть белая королева. Мы сыграем последнюю партию. Тот, кто выиграет, будет продолжать дело. Не знаю, работает ли она. Если вы найдете это, помогите мне. Я заперт в доме. Это же парень, который пропал. Я в безумной семейке. О нем постоянно говорят в новостях. Черт возьми. Фамилия Болье. Папа, мама, девушка Мишель. Черт, это же ты! Работает в такси. Вызовите полицию. Шах. Королева. Королева. Смотри, будь внимателен. Если он поставит королеву слева от своего коня, он выиграет 4 хода. Но если он съест твою пешку, ты выиграешь 3 хода. Уже почти конец, любовь моя. Поднимись наверх, живо. Я сказал тебе подняться наверх. Слушай отца.
Отстань от меня, отстань! Отстань от меня! Болье. Закончим нашу партию. Давай, Болье. 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 Надо закончить партию. Очнись. Болье. Нам надо закончить. Болье. Нам надо закончить. Более! Четыре месяца спустя. Большинство экспертов считают, что Жак Болье, который так и не сказал ни слова за четыре месяца, будет помещен в психиатрическую клинику. Его старшую дочь так и не нашли, но полиция утверждает, что у них достаточно информации, чтобы найти ее. Я не поеду. Ян, тебе необходима помощь. Ты должен поехать. Как бы ты сейчас пошла? Переставила королеву сюда или туда? Вот так. Играй. Ты никогда не выиграешь. Играй. Играй, Болье. Нужно закончить партию. Болье. 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 Режиссер Эрик Тесье. Авторы сценария Патрик Сеникал и Эрик Тесье. Композитор Кристиан Клермон.
Продюсер Джо Севалье.